Всем привет, дорогие друзья, с вами Раб96 и Дарк. Мы продолжаем наш летсплей по игре Майнкрафт. Продолжаем мы с того же места, где и закончили. Прошло буквально полтора часа, даже может больше. Ну, в общем-то, прошло немного времени. Ну, там мы приостановили видео, просто тут возникли неожиданные обстоятельства. Да. Ну, я так и не успел докопать 18 кусков обсидиана, как и хотелось бы, но... Тебе 18 не надо. Или ты 2 хочешь этого зачарования? Один. Ну тогда 15 и 14. Тоже я считаю. Вот... Так портал плюс 4. Так портал 14. Фу. Почему 14? Портал... Раз, да. Два, три, раз, четыре. Два, три, четыре. Пять, шесть, восемь. Восемь плюс 6. 10. 8 плюс 6. Сколько? Почему 8-то плюс 6? А чё, вот здесь надо, что ли? По углам не надо. Раз, а я всегда два, по углам ставил. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И плюс четыре, 14. Так я-то углы считал. Да, короче, 18. Ну нафиг эти углы надо. Мы сейчас тут будем копать это дело. Чтоб красиво было. Ну, красиво. Их можно вот глоустоном отделать. Кстати, я опять играю с текстурпаком. Это... Меня опять же брат его включил. Ты ссылочку своим зрителям не забудь кинуть на текстурпак. Мне вот сначала надо будет залить. Ну. Да. Так. Кому надо будет текстурпак, лучше напишите мне в личку. В ютубе я вам скинул, потому что текстурпак тьма, мне ему своего скинули. Заливать мне просто так его не хочется, потому что вдруг он вам просто-напросто не понравится. А ты лучше на название его напиши. А ссылочку, в общем-то, можно и так найти. В поиске. Через поисковик обыкновенный. Опс. О. Ну, 20 штук у меня есть. Все. Сейчас это доломаю. 20? Да, вот 20, все. Я тебя спас. Так, крафт. Что там делает? Это ты его поставил? Ну, просил это вроде бы ты, но я не помню, ладно. Нам домой. Домой? Домой. Да. 9 алмазов. Мало. 9? Да. Было 14. Так я на кирку потратил. 12 было. Сейчас Redstone маленько накопаю. Домой, домой, домой. А куда домой? Наверх. Где дом? Наверху. Так. Давай, короче, пойдем. У тебя есть факелы? У меня есть факелы, 9 штук осталось. Я тебе скидывал. Оба, стой. Блин, не то. Думаю, алмазную кирку я не буду ломать все-таки. Да. Так, ну все, можно подниматься. Ой! Стой, держи его на себе. Там зомби. Где? А. В наушниках слышно более-менее. Ну, я тоже как бы слышал, но... Я его давно слышал, но только я так не понял, где. По кроске я ориентируюсь гораздо лучше, чем в Майнкрафте, как-то все равно. Ну, ты сравнил кроска и Майнкрафт. Блин. Я думаю, угли соберу. Зачем добро Собери. Оставлять? Согласен. Эпик. Давай тупо копать наверх. Не хочу я тупо копать наверх. Тем более я вижу железо. Ну ладно. Я полез, да? Ладно, реально, полезно. Это что-то. Мы так долго будем выбираться из пещеры. Покопали. Знаешь, что можно сделать? Докопаться до дома. Координаты дома я помню. 160 минус 60. Ты посмотри на координаты, которых мы сейчас. И скажи, сколько мы будем копать. Долго. Да-да-да. 500 блоков, подумаешь. 500 блоков всего-то? Давай тогда как можно ближе к дому. Ай! Ой, это кто ударил? Крипер я вижу, кстати. Крипер, да забей. А, крипер, стой, стой, стой. Ну так стоит хорошо.
Так, тут мы не были. А крипер не хочет падать. Ты меня видишь, крипер? Я вижу еще одного крипера. Я вижу зомби. Зомби видит меня. Фикстер-паки, они какие-то страшные вообще. Стоп, ты где? Я ищу выход. Понятно. Я тоже ищу выход, но ты где? Тут мы не были. Это единственный минус, что меня не радует. Я нашел золото. А так, ты куда исчез? Ты наверх побрел, да? Да, но я уже спустился вниз. Вон этого Ник где-то видел. Иди сюда. Я вот самый высокий. Вот он, подожди. Вот он я. О, я пошел опыт соберу с крипера, которого ты убил. Я его собрал. Посмотри наверх. Вон там, ладно. Как мы сюда пришли? А мы сюда пришли... Смертельный номер. Так, вот это я не помню, что это такое вообще. Я пойду посмотрю, вдруг там алмазы есть. Так, я сейчас думаю, что мы забудемся. А как забудемся? Точнее, потеряемся. Иди сюда, я что-то нашел. Что ты нашел? Пещеру еще одну. Там мы домой вроде бы как собирались. Да ну, я хочу алмазов. И 12 хватит. Это меня и погубит. Ой, 9. Ты где? Я алмаз ищу. А, тут тупик, тут много железа. Ладно, иду я. Сейчас, подожди, золотишко добуду. Вопрос, где ты идешь? Я не знаю, я здесь. Ну, я тоже здесь. О, мы вместе рядом. Стоп. Я видел твой ник, кажется. А, вот, я вижу твой ник, да. Ой, стой, не двигайся никуда. Стой, зомби, зомби. Спаси меня, зомби. Ой, в смысле, не зомби, спаси. Так, ладно, нам туда. Это точно. Нам наверх надо. Нам туда, потому что мы пришли оттуда. Так, мне меч сломался. Давай наверх побрели. Побрели. Стой, иди сюда, я, кажется, нашел. Нам сюда. Нет, да-да-да, нам туда. Куда нам туда? Нам туда, нам. А, во, точно. Чук-чук-чук-чук. Так, а нам сюда надо, наверх, нет, я не помню. Надо метки доставлять. Так мы, видишь, мы просто сначала поставили факел, потом пробежали, собрали все. Да, нам сюда, точно. Мы отсюда шли, это я точно помню. Так, теперь нам вниз. Вот здесь мы нашли одни алмазы. А, ну да, два алмаза. Не, много алмазов. Тут, по-моему, 4 алмаза было. А вот здесь нам надо вот сюда. Блин, мы вернулись. Че, опять сюда же вернулись? Да. Слушай, у меня есть идея. Да, логично. Ой-ой-ой, 3 крипера. 3 зелени. Удар, спасай. Прикинь, я крипера убил. А, я помню эту большую комнату. О, я железо добыл. Мы сюда попали, по-моему, откуда-то вон оттуда. Или мне кажется. Ой, зомби. Нет, меня туда попали. А где они хп? Они в лаву? Умные зомби? Я думал, им интеллекта добавили. А, или подожди, это в новом снапшоте. Так. Так, я последний факел растратил. Чё-то я вообще заблудился. Давай тупо наверх копать. Как мы сюда попали? Я не знаю. Да ё-моё. А, вон. Нет, не сюда. Да-да-да, сюда, иди сюда, Дарк. Ща. Соберу железо. Да, вот, это сюда нам. Куда? Давай, скорее, сюда. Ой, крипер. Так, скорее, ТПшни меня, ТПшни. Я умру сейчас. Не могу. Дарк, спасай. Скорее, ТПшнись ко мне. А, я умер. Подожди, слушай, я не буду возрождаться, давай ты пешься ко мне. Сейчас. Собери все мои вещи. Так,
Да, ё-моё. Такое затишье. Все, спасибо. Ой. А теперь тпшься ко мне снова. О, яичко. А я думаю, все твои вещи собрал? Да пофиг. Там они у меня все не влезут. Ай-яй-яй-яй! Ну, что-то не так много добра. Так. А я тут сельским хозяйством займусь. Конечно, это было нечестно, вы уж простите нас. Ты... Ну, как получилось. Да. Нубы мы. Точнее, я нуб. Так. Так. Ну, мы спаслись. Что-то я делаю не так, по-моему, да? Так, даже что-то какие-то лаги. А, я забыл, что хотел сделать. Мне... Какие-то лаги, когда в сундук захожу. Как делается стол зачарования? Так, сейчас, подожди, я перезайду. Стол зачарования, давай сделаю все. Блин. Дай яйца. Ой. Яйца? Давай я сам их понакидаю. Ну, не понакидай. Тебя...